Даш, поздравляю с победой. Очень крупный счет. Как прокомментируешь матч сегодняшний? Спасибо большое. Ну, матч получился легкий. Мы старались больше сыграться, поиграть в пас. Насколько можно, забили максимальное количество голов. Ну, соперник позволил, так скажем. Девчонки старались, конечно. Но... Как ощущения от возвращения на лед? Не хватало этих эмоций, адреналина, конечно. Тяжеловато спустя 6 лет, конечно, вставать на коньки, но я думаю, наверстаем. Упущенное. Но руки-ноги помнят. Да. Да? Как оценишь в целом лигу и сегодняшнего соперника, в частности? С лигой была знакома как со стороны судьи и видела, что как бы, очень крутая организация, и в том числе поэтому хотелось оказаться уже и на льду. Очень все нравится, такая дружеская атмосфера, все очень на позитиве, и соперник тоже достойный, девчонки молодцы. Какой игры ожидать от Вымпелпро в следующих матчах? Будем с девчонками сыгрываться. Тоже давно, ну, многие впервые на льду столкнулись друг с другом. И будем сыгрываться, показывать красивый хоккей. Отлично, огромное спасибо и удачи в дальнейших играх. Спасибо большое.